в Париже и не только, полмира повидала между делом. Не то, что прям рвалась или хотела, но было надо, и она летела. Глазастая красотка-персиянка, а для двоих она еще и мама. Она на все по жизни смотрит прямо, и что бы ни случилось, держит марку. Кто думает, что ей легко и просто, тот верно ничего о ней не знает. Она на жизнь не жалуется в постах и просто молча все дела решает. Знакомы ей и голод, и мытарство, и рыбка из пруда дается потом. Ей музыка и юмор, как лекарство, и шардоне с подругой по субботам. Она не верит в громкие признания, не жалует пустые разговоры, лишь правду признает без колебания и с дураками не вступает в споры. Она умеет боль терпеть без звука и сдержана в критических моментах, и в душу не врывается без стука, и может слушать молча без комментов. Она не ждет, когда о помощи попросят, она придет и просто будет рядом, и друга никогда в беде не бросит, и сразу все поймет по полувзгляду. Не все герои носят плащ, поверьте, но их заметить при желании можно. Они среди нас живут на этом свете, и рядом с ними чувствуешь надежно. Признаюсь, мне бывало в жизни туго, но дней счастливых тоже много было. И то, что я зову ее подругой, считаю, мне серьезно подфартило.